Приветствую вас, друзья, на канал VB Play. Меня зовут Владимир, и сегодня, друзья, мы возобновляем прохождение игрушки под названием Surviving the Aftermath. Восьмое обновление «Загрязненная земля». Всем приятного просмотра, мы начинаем. Итак, друзья, во-первых, хочу извиниться, что я так долго отсутствовал. Все это связано с тем, что у меня был вирус, я болел, потом я ушел в отпуск, и вот только сейчас, вот спустя месяц, по большому счету, я вернулся в нормальное русло. Так что всем большое и огромное спасибо за вашу поддержку, что вы меня не бросили. И, конечно, вам огромное спасибо за 320 подписчиков на данный момент. Вам просто, вы просто молодцы, вы просто суперские. Так что большое вам спасибо за вашу поддержку и веру в меня. Так что сейчас уже будем более-менее нормально уже снимать видосиков. Будем, ну, не, может быть, там 2-3 в неделю, это постараюсь, конечно, но все-таки с работой связано все дела. Итак, дождались мы восьмого обновления, загрязненная земля, или грязная земля, ну, скорее всего, будет правильнее использовать слово загрязненная земля, да, будем так. Ну что ж, поближимся быстренько, что у нас тут нового, так что не буду я дословно переводить, что тут да как, просто скажем, точки, какие у нас есть, что здесь нового ввели. Потом уже в процессе игры уже будем как-то более-менее объяснять, что да, как вообще, и что делает одно или другое здание или какая-то какое-нибудь загрязнение. Итак, что у нас тут получается? Самое большое обновление еще. Так, у нас добавили новых, как говорится, слоев в суровость нашего обитания, да, то бишь, как видите, да, на картинке это можно будет все видеть. Переработали воду, сейчас у нас есть два вида воды, то бишь, питьевая и сейчас требует здание, требует воду, это логично, я уже думал, что это когда-нибудь, скоро, рано или поздно это ведут, но вот сейчас ввели в этом обновлении. Добавили тоже очень важный аспект игры, как редкие металлы, друзья. Эти редкие металлы будут использоваться для создания конденсаторов, ну или как-то там их этих запчастей, да, которых мы постоянно искали где-то. Вот, так что на все добавили еще. Сейчас можно, ага, можно устанавливать поля, где мы хотим, но они будут убирать у вас продуктивность, то бишь процентное соотношение, какое будет производство, да. Так и добавили еще, так что у нас fields, ну да, и тут с зданием производства этих конденсаторов и так далее. Так, polluted, да, ага, сейчас вот загрязнение распространяется и, как это производит плохой эффект на даже здания, то бишь и людей, на структуры всяких разные, да. А, ну заодно, да, которые вот эти, например, которые добавляют, да, шахты, которые здесь эти, которые вырывают землю или там добывают пластик, они тоже являются, они со временем загрязняются, и тогда надо за ними ухаживать, то бишь там будет, как я понимаю, как работа, то бишь это такой часть, где можно будет использовать просто, чтобы они это все почистили, да. Ну да, насчет воды, вот и говорится, вода 2.0, и сейчас разделена на две категории, чистая питьевая вода и вода для нужд зданий. Новые здания были добавлены, чтобы добывать эту вот воду, это говорится, да, там разные вот эти танки, да, это, как я понимаю, дождевой они будут собирать, скорее всего. Ага, ну это да, то, типа, то бишь, будут добавлены такие маленькие какие-то сооружения, чтобы собирать эту дождевую воду, вот, хорошо, ладно, пока мы доберемся до глубоководного варения. Ну вот, опять же, у нас редкий металл. Да, который говорил я только что недавно, тоже давно исправил. Ну и опять же, да, они переработали иконки, и, ну это будем, увидим в игре. Также и были добавлены некоторые категории, которых можно, как говорится, то бишь, например, ты поставил, включил тебе, сможешь сделать там, например,
20 инструментов, ты можешь поставить лимит 20 инструментов, и они сделают 20 инструментов, на этом и остановится, пока эти 20 инструментов не будут использованы. Ну ладно, это по мелочи, забежимся, посмотрим, как там да что. Начнем новую игру, конечно, как обычно. Не надо нам подсказывающее обучение. В этот раз мы чуть-чуть, я не буду, конечно, улетать в космос, потому что сейчас нововведение, они нам эту игру усложняют с каждым обновлением. И это радует, потому что надо более планировать свои какие-нибудь действия более аккуратно, так как, чтобы не потерять своих людей на старте игры. Итак, ну возьмем 25 продолжительность, плодородная почва 25%, средняя температура влажная, умеренно влажная. Не будем брать 40, конечно, возьмем 25, чтобы не так уж было. Катастрофа медленно на нее колонна, современная цивилизация рушилась, пока безжалостная стихия уничтожала все, для чего самотронство. От городов остались лишь руины, планета изменилась навсегда. Будем опять же. Пойдем худше позади, пора восстановить цивилизацию. Катастрофы иногда случаются, уровень загрязнения 20%, потому что это новое введение, и я очень долго не играл в эту игру, и меня как-то надо сейчас восстановить былую утраченную информацию по поводу этой игры. Так, ресурсы, возьмем мы, как верный автомобиль, сломался, как обычно. Так, сложность, закаленные люди, которые живут в жестоком мире. Так, будем, друзья, не обессудьте, но будем бить по максимуму людей, потому что я чувствую, что мы потеряем кого-то в старте тоже. Идеология. Обходись тем, что есть, если территории колонии мира, развивайся и улучшай колонии. Давайте, как и быть строитель колонии будем делать, или выживальщик. Выживальщик. Обходитесь тем, что есть. Развивайте и улучшайте колонии. Давайте развивайте. Предвратник. Будет трудно отстоять. Архитектор, гибкий конструктор. Впереди долгая дорога, но все трудности преодолим. Выживальщик. Так, суров, но справедлив. Архитектор, гибкий, конструктивный. Нет, пойдем с этим. Добавили тут где-то еще. Вот, иконки разные, какие-то новые добавили, походу, да? Вот, всякие разные иконки. Ну, вот мы пойдем по такой, потому что у нас был Раптор в прошлый раз. Это что? Это потому что у меня это... топовая версия стоит, да. Это что, тоже такой интересный огонь? Какая-то женщина. Какая разница? Красный. Ладно, поехали тогда продолжить. Будем смотреть во время. Так, название колонии, мы как обычно будем себя назвать. Где наш Валентайн? Я уже проскочил, походу, да. Бурхат. Или уже нету. Бляха-муха. Давай так же быстрее уже. Я тут уже. После Белантон. Я хочу поиграть уже очень. Очень ждал эту игрушку. Так, все. Наша сила единстве. Да. Относим, строим и заживем. Мы растем в тени. Да, мы растем в тени. Итак, 53% сложности. Поехали. Хранить мертвецов не только правильно, но и полезно. Тело умерших распространяет инфекцию и заставляет живых нервничать. Ну, это понятно. Хорошо. Итак, друзья. Как уже мы видим, когда мы заходим в игрушку, у нас уже видно нововведение. Да, вот. Как видите, у нас тут розовый. Как говорится, фон из бывших радиационных загрязнений. Вот. Опять же, вижу, добавились у нас новая иконочка под названием вот это загрязнение. Да, она показывает, какое загрязнение у нас в округе находится. Но спасибо тебе Богу, что все находится по большому счету не около нашей базы, да. Вот, довольно много объемов воды. Это, хорошо и, с одной стороны, не очень, потому что там занимает очень много места. Так, у нас статистика у нас, как обычно, осталась здесь. Новые технологии у нас тут тоже есть, друзья. Некоторые здания, которые у нас потом будут строиться, конечно же. И это уже будем по ходу, как говорится, развития. Я буду уже более, как говорится, более обширно рассказывать. Вы как вот увидите, уже у нас здесь цистерны одни, цистерны вторые, которых даже еще не рисовали. Ну да ладно. Вот. Насос у нас появился электрический, который будет опять же закачивать воду, потому что сейчас, например, как я уже говорил, у нас сейчас два вида воды, которых нам нужно использовать. Загрязненная и чистая, питьевая, короче, для людей. И загрязненная для зданий, которые надо будут, опять же, обеспечивать посредством ставить там водяных вышек, чтобы они обеспечивали те прилегающие здания.
Итак, ладно, сейчас мы там будем, короче, как обычно, заниматься делами. Сейчас обычно, как обычно, мы это все уничтожим. Построим дорогу, как обычно, да, друзья, вы же знаете, что я люблю дороги. Вот, так что да, еще раз, друзья, извиняюсь, конечно, что так долго не было видосиков, но я уже объяснил причину этого всего действия. Надеюсь, вы меня поймете и не будете держать слона это дело. Так, короче, еще что добавили новое, друзья, сейчас покажу одну фишку. Вот, например, когда вы ставите, вот, переместить рабочую зону, да, вот, например, сюда. Надо делать так, чтобы они, короче, не заходили в традиционный фон, чтобы не заболели они, вот. Видите, у нас сейчас появились общее количество ягод, которые можно собрать с этих двух кустов, да, у нас получается 46 ягод. Это действует на все вот эти рабочие зоны, так же, вот, например, вот здесь. Сразу видно, да, что у нас есть здесь 50 досок, но это нам не устраивает. У нас здесь вот есть тоже, опять же, доски, бетон. Бетон у нас 20 штук, а может здесь побольше будет, что-то получше. Ну, давайте возьмем, может быть, вот как-то вот так. Вот, отлично. У нас получается бетон 63, досок 86. Надеюсь, я сейчас у нас тут... Ага, крыса здесь есть, надо крысу забрать и убить. Сейчас мы отошлем друзей. Специалист, иди сюда. Первым делом надо что сделать, друзья? Сразу сохраниться, так как новое сохранение. Пишем тогда апдейт 8. Так, иди сюда, дружище. 8. И подтвердить. Окей. Ладно, вот сейчас дружище пойдет, забьет этих крыс. Иди сюда, дружище, сюда, иди сюда. Я не знаю, или они нападают сами, потому что они подходили, чуваки, и они не нападали на них. Раньше крысы нападали. То бишь мыши. Смотрим, смотрим, не нападают. Это радует, что они не нападают на нас. Смотрим, что у нас еще здесь есть. Нам надо, короче, дома. Надо сначала построим мы водяную вышку. Так, нам надо воду. Потом объясню. Так, 89... Вот. Блин. Может, сюда можно засунуть? Отлично. И нам надо, конечно, построить дом. Дом будем строить в эту сторону, потому что здесь у нас... Да, в эту сторону будем строить, потому что здесь у нас... протаскиваем дорогу. Поставим парочку домов. Сразу же, чтобы им было куда спать, чтобы они там не спали где-нибудь, им попало. Вот, ставим жилище. Так, у нас на сколько людей? Это у нас... Нам надо две палатки, да? Поставим вот сюда, где-то по максимуму. Раз. Разворачиваем через клавишу R. Ага, тут не сможем, потому что у нас стоит вот эта тема. Ладно, вот сюда поставим туда. Отлично. А дорогу туда можно провести чуть-чуть вперед? Чуть-чуть, спасибо, пожалуйста. Пожалуйста, давайте дорогу пройдем сюда чуть. Отлично. Супер. Замечательно. Это очень меня радует. Это очень меня радует. Замечательно. Так, отжимаем паузу. И тогда в первую очередь нам надо приоритет поставить на колодец. Где колодец у меня? Вот колодец. До которого не могу добраться. Ну да ладно. Так как мы сразу на ворота кликаем. Ну ладно. Что с ним? Придет, уже несут уже инструментики. По максимуму надо людям не заходить в эти зоны. Но они, чем чаще они туда будут заходить, тем больше радиационного заражения они... тем больше радиационного раздражения они подвергнутся. И перед тем, как отправлять своих пацанов куда-то, друзья, да, сканируйте землю, то бишь, куда вы отсылаете своих людей, потому что тут есть такой паскудный червь, который сучара прячется где-то под землей. И ладно, у нас пока что тут нету. Крысы не нападают сейчас, может быть, потому что их мало, они не нападают. Но лучше всего сначала, например, отправить туда своего чувачка, то бишь специалиста, да, потому что эти по-любому нападут на человека, вот, крыса жук, они по-любому нападут, и дальше там, конечно, будут у нас медведи где-то, медвежки, но больше всего меня больше, конечно, напрягает этот червь, потому что они довольно-таки имбовые, они довольно-таки неплохо мочат, да, то бишь они сжирают твоего человека на раз. И это плохо, так как мы знаем, что в этой игре человек это очень важный ресурс, нам надо беречь каждую душу, да? Так, а что здесь?
Нехватка воды. Так, следующее, что у нас, друзья, введено новое, это вот такая вот фишка, которую можно построить в стартовом. Это вот водосборник. Производит небольшое количество воды, необходимого рабочим для доставки воды из ближайшего пруда или озера. Можно построить только на берегу, прекращает работу при аномальной жаре и выпадении радиоактивных осадков. Ну, мы можем это поставить, одну такую штучку, да. Но мне то, что не нравится, что это находится рядом с радиационным открытым этим, как его. Ну, блин, я тут не вижу этого паскудника, но он может выскочить и сожрать моих людей. Ну давай рискнем, поставим сюда один этот. Нет, здесь вот так ставится, вот так надо ставиться. Во, вот здесь было. Так, сюда мы сразу проведем дорогу. Дорогу, смотрю, тоже переделали, не такую, больше сделали такой, как. А что ты, почему ты не даешь мне сюда? Ну ладно, допустим. А значит там горка. Вот так. Вы там строите запас воды? Что там? А, строят, строят, все нормально. Все хорошо. Они строят водичку мне. Так, что у нас? У нас обезвоживание минус 600. Ну сейчас будет у вас вода, друзья. Сколько тут осталось? Чуть-чуть осталось. Так, тут добывают трестики, тут добывают все хорошо. Так, никаких эскалопендр еще не вижу здесь пока что. Спасибо тебе. Надеюсь, что они будут находиться, блин, где-то на окраине карты. О, кабанчик. Такой тоже перерисованный чуть-чуть, да. Он не такой был раньше. И где эти эскалопендры, ехайды, блин? Где-то эскалопендры, они по-любому где-то здесь валяются, но... Их можно увидеть по... Такому, знаешь, как вроде бы кто-то под землей там копошится. И выныривает, когда тебя грызет, сгрызает тебя. Ну, посмотрим. Надеюсь, что... Потому что я не, пока что не вижу ни одной скалопендры здесь. Блин, огромный большой крысожух. Хорошо, ладно, смотрим. Так, что у нас происходит здесь? Очень медленно строится. А, у нас же первая скорость стоит. Водосборник. Вот, все, у нас уже водичка идет плюс 7. Все замечательно. И сейчас уже вот уже люди уже не такой, не такое печальное сердце. Плюс 5 нету ничего, да? Сразу можем строить сюда дорогу, друзья, так как она понадобится по-любому. Вот так сделаем. Вот. Отлично. А смотри, они сразу меняют тоже ряд прилегающей земли. Так, еду не собирает, досочки не собирает. Все, молодцы, умницы. Так, дальше что нам надо? Дома у нас есть, все у нас есть. Все хорошо работает. Так, значит, что мы должны делать следующее. Я не буду строить в этой серии ворота, исходя из потому, что, ну, я не хочу нарваться уже на самом старте на рейдеров, да. И мы не сможем ничем защититься от них, если даже бы мы сильно, как сильно мы бы не хотели, да. Потому что, ну, там нужно оружие, там я буду по максимуму держать пока что. Я понимаю, что я потеряю, нету такой возможности пока что лазить по улице, там забирать очки, но нам это пока что не нужно, так как я говорил, то что сейчас много нововведений, нам надо как-то заниматься более как-то продуктивно, как говорится, как-то размышлять более как-то так, более так серьезно по поводу того, что мы делаем и куда мы направляем свои ресурсы. Так, ладно, что у нас здесь? Хижина рыболова, дом зверолова, конечно, нам это тоже, нам это нужно, так, потому что это еда, и от нее уже никуда не деться, да, нам это нужно. Так, главное только куда-то его засунуть, потому что он довольно-таки большое здание. И куда-то ее пиндюрить как-то тут довольно проблематично. Ну, давай сюда вот поставим пока что. Да. Сюда проведем дорогу. Вот так. Потом это, конечно, все будет, будет меняться. Это понятно. Вот, это не проблема. Это нам надо, главное, сейчас... Так, надо сейчас, можно хижину, может, и рыболовную эту поставить. Так, здесь у нас, походу, никаких зверей не было, да? Чтобы у нас рыбка добывалась. Едой. Нам надо сейчас обеспечиться едой. Потом у нас появится, опять же, рыбный бассейн можно будет строить. Так, это вот, это плохо здесь. Сюда можно засунуть меня? Я не знаю.
Хотел поставить вторую, но не получится. Блин, тут радиация, плохо. Ладно, тогда поставь это сюда его. Более избежание радиации. Вот сюда, так. И сюда проведем тогда да, отдельную дорогу. А хер, все равно по радиации надо будет идти. Ё-моё. Ладно. Надеюсь, что это не так страшно будет, как это обещали разработчики. Ну, всякое может быть. Так, да, может быть, как-то мы сюда можем провести дорогу. Вот, отлично. Супер. Так, довели мы там дорогу. Так, это скрытый склад. Вода у нас есть. Еда у нас есть пока что. Все хорошо. Дом взрывов недостаточно строимого тела. Чего тебе не хватает? Ага, ткани не хватает. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А ткани мы когда будем? А, как мы добудем с ткани? Здрасте, блин. Мы самое основное здание не построили вообще. Сюда идем. Станция приловок лома, станция вот этого. Все где-то рядом. Куча пластмассы. Вот она. Блин. Тут радиация, здесь радиация. Ну сюда ставить, не знаю. То, что поставить, только сюда можно. Ну и вот сюда пока что поставим, потому что все равно это мы потом уничтожим. Так, что у нас с людьми? 7 людей. Так, тут уже... Тут не... А, тут тоже человек работает. Загрязнение 0%, плюс 7 воды. Не добывает, хорошо. Крытый склад, хорошо. Это что у нас здесь? Тут будет у нас... Так, это мы отключаем пока что. А, я сюда дорогу не провел, ой-ой-ой. Так. Эти люди добывают хорошо. Не надо еще мелко стрелять, пусть не работают, блин. Лодыри. Так, что у нас еще добавилось? А, кстати, друзья, добавилось еще вот. У нас некоторые иконки здесь. Вот у нас редкий металл, который перерабатывается в комплектующие. И вот у нас, видите, здесь есть продвинутые инструменты, обычные инструменты, охотничье ружье и дробовик. Вот, дробовик, конечно, это топовая фишка. Также здесь у нас есть одежда, обычная одежда и защитная одежда. Это все производится, как вы понимаете, в как и в предыдущих партнерах и в создании этих инструментов. Так, смотрим, что у нас здесь. Да, у нас тут нету ткани, но ткань будет добываться, как только они построят вот эту вот тему здесь. И нужны доски здесь. Хорошо, мы ставим приоритет высокий сюда. Надеюсь, что не притащит сюда это все дело. И то, что вот еще хотел... Что? Друзья, у нас дети... Дети работают. Нормально. Они таскают вещи. Это ж суперски. Замечательно. Раньше такого не было. Раньше дети просто гуляли, нихера не делали. Если бы тут еще было бы и логичнее, вот, например, вот они берут вот этот бетон, да, я уже сколько раз, 50 тысяч раз говорил, чтобы они отсюда не тащили вот сюда, да, не делали это лишнее движение и потом не несли сюда, а просто напрямую несли, и вот, например, куда я поставил приоритет высокий, туда и отнесли бетонный, те, как его, бетон сам по себе, они сюда принесли, вот, видите, как вот, о чем я говорил, походу, приоритеты здесь нахер не работают до сих пор еще, сколько уже игра работает, но приоритеты не работают. Так, здесь есть какие-то монстры, чтобы вдруг не напали на нас. Скалопендр нигде нет здесь? А чё скалопендр не нападает на этих мышей всяких разных и так далее? Так, рыбка у нас добывается. Потом у нас будет еще возможность строить загрязнение 3%. Ух ты жопа. Ух ты жопа. Ну ладно. Хорошо. Так, давайте мы уже врубим вторую скорость, чтобы это все побыстрее происходило.
Так, дроворобот, дроворобот, так. Мыши нападают, это хорошо. Мыши не нападают, это радует. Значит, их пока что трогать их не надо. Скалопендры нигде здесь нету. Вроде бы нигде не вижу. Рядом нигде не вижу. Только мыши. Мыши, мыши, мыши. Нет, ну смотрите, дороги как-то мне больше сейчас нравится, как они выглядят, они более такие, иначе даже они как-то втоптанные, знаете, ничего гравием посыпаны. Так, что у нас здесь еще есть? Так, водичка капает, все хорошо. Инструменты делаются, так. Что мы еще можем построить из этого всего дела, что нам пригодится? Лесоповал, ну, дом лесничего. Ну, можно построить, сколько у нас людей? 6, там один будет, там один. Ну, можно поставить дом лесничего, чтобы он восстанавливал деревья нашим охотникам. Ага. Восстановить деревья здесь. А вот сюда поставим, вот так. Ну что, здесь много деревьев, сюда будем заслать людей пока что. Потом уже сделаем отдельное место, куда отдельное место, куда это все ставить. Так. Так, доски. Блин, давайте постройте уже эти. Что тебе надо? Досок здесь надо, да? Главное, то, что свет горит, это прикольно, вообще очень прикольно. Так, сколько еще осталось? 28 ягод. Так, тут копает эти дрова, блин. Кто-то тут копает что-то это, так. Приоритет высокий. Давай еще притащи доски сюда. Еще две досочки надо. Дружище, он тащит, тащит. Мы, блин, быстрее это построили, чем вот это. Вот прикол. А почему здесь такое это стоит? Станция прилома, хорошо. А для чего эта иконка вот здесь? Что за иконка? Что, не работает над этой темой, типа, да? Привезить рабочую зону. Ага. Отлично. Так, ресурсы добываются, значит. Ну, это, я считаю, это лишняя иконка здесь. Не знаю, отличный процесс строительства. Мне очень нравится. Вообще, игра очень нравится, дружище. Так что, вы пока что не облажали. Дальше смотрим, что у нас еще здесь есть. Мастерская портного. Нам надо это. Тоже нам нужно, нужно, нужно. Так, это мы можем построить. Блин, что-то, мне кажется, она побольше стала, это строение. Ладно, тогда сейчас сюда дорогу протащим. Вот так. Отлично. Ну и напротив я хочу поставить тогда уже... как его? Мастерская, мастерской. Нет, дружище, вот это. Мастерскую. Сколько она места занимает? Ну, не настолько широкая, как это. Зато больше, чем это. А сюда можно куда-то засунуть? Ни хера не можно. Блин. Ну ладно, тогда поставим сюда ее пока что. А, нет, не поставим сюда. Поставим ее, значит, что сначала сделаем мы. Сначала мы сделаем. Мы сначала сделаем вот такую вещь. Склад, так как ему будет нужен. И еще один склад с этой стороны. Это у нас намеченная территория будет. Так, это... И сюда. И сюда. На этом нам склады пока что больше не понадобятся. Зато я сейчас могу как-то планировать размещение территории. И исходя из этого строить нужные нам строения. И вот здесь уже можем поставить, друзья,
мастерскую по производству инструментов. Отлично, супер. Вот так, замечательно, суперски. Так, у нас четверо людей. Тут работает, опять же, такая система, как и в предыдущих обновлениях. Они дополняют, типа... То бишь, если людей нету, они все равно их... И так... Раз. Это, друзья, нам уже заготовка на довольно-таки продолжительный процесс. Два. Все. И пока что нам больше со складами ничего не надо делать. И тут уже будет территория чисто только складская, так это у нас импровизированный центр города будет. И отсюда уже будем выдвигаться дальше. Так, еда у нас есть. Так, потребление 10, производство 6. Нам надо улучшить производство. Так, ну сейчас они вот тут уже... Так, это переместить рабочую зону. Давай перемещать, сколько здесь? 75%, 80%, 100% вот сюда. И тут у нас будет мяско. И посмотрим, как... Так, тут нет их... монстров. Вроде бы не вижу никого. Хорошо. Ладно. Да, суперски, суперски. Хорошо. Там есть мыши, но мыши не нападают, это радует. Так, и... А, вот о чем говорит. Видите, у нас строение уже загрязнено. А вот есть у нас новая иконка обеззараживания. Нажимаем. И это работает так же самый, таким же самым процессом, как вот, например, если была то ремонтная вышка. Мы эту ремонтную вышку... Кто-то ворует доски. Кажется, кто-то из колонистов ворует доски. Из хранилища вы предлагаете группе колонистов провести расследование, искать, я не выдержу, уверенно возвращение держит под руки низкого возраста. Судя по всему, дети решили построить из этих досок сотни домик на деревне. В ближайшем лесу. Разломать доски? Нет, не трогай домик. Счастье, плюс 3. Отлично. Разбудьте еды. У нас мало еды. А что у нас... Поэтому... Вот эти иконки просто бесят меня. Честно. Зачем? Это очень, как-то очень, не знаю, ненужные иконки, ну да ладно. Так, третий день прожит, так, строение уже построено, основание базы уже построено, все отлично, так, что у нас с досками? Так, три, так, ткань, все хорошо, хорошо, там скоро начнут производить одежду, вода, у нас есть еще 7 единиц, еда у нас еще 7 единиц, но почему это не строится, дружище, кто там, где там, почему вы ничего не строите, а, все, поехал процесс, просто мы сейчас отправим еще людей куда-то в другое место, отлично, переместить рабочую зону, вот, например, сюда, вот так. Отлично. Эту рабочую зону мы переместим куда? А вот сюда. Уменьшим. Так, что у нас здесь еще есть? Переместить рабочую зону. Отлично. Так, и это переместить рабочую зону тоже. Походу здесь нету да, никаких чертей. Отлично. А вот еще здесь осталось, да? Включить рабочую зону и перемещаем ее куда? Блин, стрёмно сюда перемещать ее, перемещать. Походу тут будет какой-то, блин, червь нахер. Ну да ладно. Посмотрим. Вроде бы никого не вижу здесь. Так, стоп, иди сюда, где наш... Ну блин, нет, не смогу, блин, да так вот там. Твою дивизию. Большой косоху, как его там звали, блин. Где наш супер. Где наш этот его? Все, фу, убили. Так, тут никого нету? Тут крысы, там кабан. Хорошо, это радует.
Так, никого здесь нету. Отлично. Хорошо, это возвращается обратно. Радует, радует. Так, что с едой у нас? Что у нас с едой? Что у нас с едой? 6. Блин. Еще не хватает. Нам надо еще. А ну, это надо открывать тогда. Так, что здесь не хватает? Ткани. Окей. Тогда это мы, короче, на паузу. Это на паузу. Вот. Добываются ресурсики, все хорошо. Так. Текс. Окей, хорошо. Ну ладно, друзья. Так что это вот, я думаю, что на сегодня мы завяжем. Довольно-таки уже серия идет довольно-таки долго. Буду выкладывать, конечно, сейчас, я думаю, не завтра, послезавтра, но уже будет еще следующая серия сделана. Так что, друзья, все нововведения, конечно, которые были здесь, мы по мере развития, конечно, все прочитаем, все посмотрим, как там все это выглядит и что они выполняют из себя. Вот, я, может быть, поиграю еще в офлайне, подготовлюсь к следующему видосику, там что-нибудь добуду, какие-то ресурсики, чтобы... Ну, ничего не буду строить, просто добывать ресурсы и переживать какие-то катастрофы. Так, кстати, друзья, не забывайте сохраняться, да, не забывайте сохраняться, потому что я быстро забываюсь. Мало ли всякие косяки могут случиться, чтобы перезайти потом, чтобы не было никаких проблем. Так что, друзья, большое вам спасибо за вашу поддержку, которую вы мне проявили в последний этот месяц, что меня не бросили. И всем новым подписчикам, кто подключился, несмотря на то, что... У нас ничего не происходило, по большому счету, да, вы здесь, я вам очень благодарен, то, что вы меня не кинули, не бросили и продолжаете верить в меня. Как я уже говорил, то, что будем сейчас почаще выпускать видосики, стримецкие тоже сделаем, то, что сейчас вышел Call of Duty 4, 4 сезон, будем играть, продолжать ракалить, вот. Так уж, да, по большому счету, потом еще какую-нибудь новую пачку информации, которую я узнаю, то, что по поводу этого игры, я, конечно, вам... как говорится, расскажу, так как видите, как сегодня сказать, что мелкие сегодня даже дети работают, хоть и не на работе, они носчиками работают, да, то бишь они носят грузы. Много новых денег, конечно, игра работает, улучшается, разработчик не бросает ее и улучшает хардкорность игры, и это очень радует, чтобы вот это выживание было более-менее плюс-минус реалистично, вот, например, в постапокалипсисе, да. Так что вот такие дела, друзья. Так что большое вам спасибо за вашу поддержку. На сегодня с вами прощаюсь и уже увидимся с вами в следующих видосиках, друзья. Всего вам доброго и пока-пока.